Дорогие друзья, вот я поймал эту маршрутку, мы едем. Условно называем маршрутку, короче, машинки, которые работают для нас туристов. Вот нам мой корпус, где я ушла пешком, и сейчас меня довезет. Вместе с нашими туристами, со всеми своими. Я потом покажу целый год, вам покажу, сколько времени я засеку, сколько времени занимает дорога, например, чтобы объехать по кругу. Приходит пешком. Так, ну здесь вот отдельные виллы. Виллы бывают с бассейнами, бывают без. И, соответственно, отличаются ценой. Вот так вот все просто. Мы сейчас по кругу как-то объезжаем. Куда мы едем-то? Куда мы едем? Они здесь иногда так путешествуют, не так, как хотелось бы. Да? Я говорю, они здесь путешествуют не так, как хотелось бы. Я не пойму, почему мы так едем? Мы же, блин, куда-то к ней заехали. Меня забрали с пляжа за мной. Не, думаешь, он вас хочет отвезти? Не, мы проехали уже. Поехали? Конечно. Почему мне не сказали, можно остановить? Но он с другой стороны вход. Там обходить все равно. Ну, мы можно было. На дайвинг с ними ехали, зачем-то, не понимаю. Ага, вот видите, как... У нас много времени, мы свободные туристы. А, нет, я перепутала. Вот, наверное, мой корпус, но он как-то опять объехал. Теперь он уже едет в другую сторону. О, вы доехали? Ну, я вас поздравляю. Да. في واحد جاي ورايا اقول له هي انا هدخل عشان هيفصل. اه في واحد جاي ورايا على طول اقول له اخر 42 يا عالم سيكو ده انا ده всё я приехала thank you very much yes okay ой вот он поехал не довёз он меня до ворот он какой-то водитель в этот раз попался фиговый нервный. Отель у нас сегодня был централизован, я, к сожалению, не пошла. Вот это вот как вот таких углов состоит. Мы живем в корпусе. Здесь вот есть отдельные виллы. Я просто случайно на них набрела. Видите, с отдельным входом. Тут я попала на пляж, мне надо вот здесь вот пройтись. Пройдемте, пройдемте. В общем, здесь я шла минут 5. Нет, не 5. Ну, 3 минутки я шла от своего корпуса. Мы заселили в корпуса. Вот. В принципе, здесь можно ездить по кругу, ездят такие машинки. Но он ездит по кругу, там через ресторан, через ресепшн. Вот объезжают все корпуса.
если кому-то надо на виллы или на бунгало, он к ним подворачивает, потому что они, видите, как здесь все расположены. Вот так вот они расположены. У этих бунгало, видите, свой отдельный бассейн, большая территория. Здесь, кстати, есть конюшня, на которую мы сегодня пойдем. Я пойду обязательно, я вам покажу, что здесь такое. Концепция отеля все включено, ультра все включено. Конечно же, здесь все круто. Тапочки, полотенца. Браслет, в принципе, не одевают, потому что и так все понятно, что все круто и все можно. Наконец-то, вот видите, я подошла к морю. Я уже здесь шла до того, как включила камеру. Минутки три, наверное. Я вам так буду кусочками снимать. Ну, в общем-то, сегодня был осмотр отеля, сопровождающим нашего отеля, в котором мы живем. Но я не пошла, потому что это было после конференции. Мы были все на каблуках, красиво одеты. Тяжело реально. Жара такая, ходить здесь с ними, смотреть все это. Ну, конечно, они заводили, показывали эти виллы внутри. Ну, кому интересно, можно будет перейти на сайт отеля и там все это посмотреть. У них, я думаю, что не дома, уверенно все представлено. Главное, вверх видеоролик. Пляж. Я, конечно, дала кругаля, когда шла сюда. Но в результате я дошла. На самом деле, в этот раз я была вот там, смотрите, там впереди это ресторан какой-то. Вот здесь покупаться нельзя. Может, видите, какой-то. Там дальше у них расчищено, отдорожено. Здесь вот так же стоят эти домики. Правда, не знаю, с этой стороны у них платные или бесплатные. Народ вон там, видите, платинку положит. Потому что сейчас с этой стороны, там, где здесь море, они просто летающие останавливаются и все. Никто их не гоняет. Народу здесь, в принципе, не очень много. Но это понятно почему. Потому что ценовая категория отеля не маленькая. Видите? Конечно, трава здесь сказочная. Я просто случайно вышла на такой же газон, наступила там около нашего корпуса. Мы живем на первой линии. Знаете, такого газона я ни у кого не видела. Я не знаю, я, может быть, не по тем газонам ходила. Я, может быть, ходила по газонам, которые сажаем в Подмосковье. Но реально как ковер. Просто ноги проваливаются. Вот. Ну вот я, в принципе, дошла на ту сторону пляжа, где я хочу купаться. Там вот, видите, далее отгорожено. Я сейчас прервусь. Буду покупать себе мороженое, пирожное. И покупать обратно. Потому что жарко. А вот я. Вот я. Вот, наконец-то, мне зеркало нашлось. Вот на таких вот, видите, едет автобусик. Я потом поеду, я вам сниму полностью маршрут. Как они здесь курсируют. Они курсируют каждые 10 минут. Мы живем в корпусе, который, в принципе, близко от ресторанов, там дойти 3 минуты. Они ходят через каждые 10 минут. Ну, вот, в принципе, если ты идешь, и он едет, то он тебя может прихватить. А так, в принципе, ты быстрее дойдешь сама. Тем более прогуляться в вечернее время очень достойно. Сейчас, кстати, время обеда. Ну, вот я думаю, идти на обед или нет, потому что здесь питание такое, что вот мы позавтракали, я уже, честно говоря, ничего не хочу. Ни есть, ни пить, ничего. Вот, поливают здесь так приятно. Ну, все, я даже хочу где-то с этой стороны угнездиться, если здесь будет место. Будет, наверное, на каких-то вот этих вот лежачках под зонтиками. Не на первой линии. Вот я с вами прощаюсь. Доброе утро, дорогие друзья. Вас приветствует Наталья Алексеевна. Итак, у нас завтрак. Сейчас я быстро пройдусь, покажу вам, что у нас есть. Ну, прекрасно. Меня от глубины души трогает. Видите, где он?